А, да, вот интересная записка. Неужели тело и сущность существуют отдельно друг от друга? Как же дети? Ведь они рождаются от нашего человеческого тела, а душа бессмертна. Тогда выходит, что мой ребенок может быть не родственной душой, отсюда проблема отцов и детей. Душа сама выбирает свою сущность, тело при рождении. Тогда выходит, что родители выбирают, если можно сбросить вашу и будущее, значит ли это, что существует судьба, можно ли влиять на нее? Какова роль религии в жизни, только воспитательная, или еще она что-то имеет какое-то значение? Можно ли доверять гороскопу, хиромантии и так далее? Значит, в принципе, видите, очень много вопросов, в принципе, вопросы все интересные. Значит, каждый из вас, наверное, интересует, действительно, ваши дети или не ваши, кто вы тоже, ваши родители, ваши или нет. Дело в том, что могу сказать, что родители ребенку дают его физическое тело, то есть они дают ему генетику. Сущность не является вашей, это естественно, поэтому возникает проблема отцов и детей постоянно. Дело в том, что при рождении, что зависит от родителей? От родителей зависит воспитание уже родившегося ребенка, то, что они могут дать, их духовность, которую они кладут при воспитании. Ну, как я сказал, генетика, то есть, как я сказал, на уровень сущности, то есть какой более талантливый ребенок или менее талантливый, влияет что? Тот генетический потенциал, который есть у отца и у матери. При соединении возникает новое качество, и это новое качество и определяет более высокую или менее высокую сущность, входящую в яйцеклетку оплодотворенную. И здесь большое влияние имеет и любовь родителей. Вот не зря же, дети любви всегда красивы, правильно? Потому что эмоции положительные, они помогают, так сказать, входу более высокой сущности и так далее, и так далее. Значит, действительно, дети являются отчасти своих родителей. Это порядка 30% по генетике идет, а 70% дают сущность. Так что считайте сами.